У самого сердца России ритмично бьется пульс подмосковного города Лобня, города-воина, остановившего 75 лет назад, в декабре 1941 года, врага на подступах к столице. Города-труженика, из года в год удивляющего своими преобразованиями. Две пятерки соединились в возрасте Лобни. Две пятерки за подвиг и за труд. Своими делами множат лобнинцы трудовую славу города, родного Подмосковья и великой отчизны. Трудолюбивые и талантливые, упорные и настойчивые, энергичные и в меру амбициозные. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А мы работаем, пускай устали мы, но от усталости никто не хмур. Под вечер солнышку мы скажем на небе: не уходила б ты на берегу. Человек должен трудиться, в этом заключается смысл, цель его жизни, его счастье, его восторги. И судят о человеке потому, что он делает, что создает. Десятки репортажей телерадиокомпании «Лобня» о трудовых коллективах, о людях труда складываются в летопись города. Истории жизни лобнинцев создают историю развития Лобни. Его работа – искать путь и совершать сложные маневры. И хотя для сферы ЖКХ такая формулировка кажется несвойственной, она целиком соответствует действительности. Ведь Рустям Абясов – водитель автоподъемника. За небывалую управляемость свою машину он ласково называет «ласточкой». Я могу на этой машине, как на «Жигулях». Вот. Длина его 10 метров, считайте, 10 метров между деревьев. Вот, спокойно проезжаю. Некоторые даже на простых машинах не могут проехать. Так что я поэтому называю «ласточкой». От мастерства водителя зависит безопасность не только людей на дороге, но и тех, кто находится в люльке подъемника. Основная работа, которую выполняет Рустям Таярович на протяжении последних 12 лет, это опиловка деревьев. Лапы растягиваешь, опускаешь в люльку. Вот ребята садятся, и поднимаю их. И, ну, они указывают, в принципе, вот какую там ветку спилить. Ну, друг друга понимаем, так что получается нормально. Пешеходная зона по улице Маяковского в районе торгового ряда Т1 и Т2. Аллея славы и благоустройство территории парка в микрорайоне Восточный. Комплексное благоустройство парка культуры и отдыха. Пешеходные дорожки, тротуары. В рамках благотворительности построена дорожка к храму на Луговой длиной 230 метров. В последнее время активные ремонтные работы ведутся по объектам службы «Добродел». Конечно, руками рабочих фирмы «Стройсервис А» не обустроить весь город. В Лобне работают сразу 4 фирмы по ремонту дорог. Но резиновое покрытие на детских площадках, дорожки и тротуары во дворах практически по всему городу в основном дело мастеров «Стройсервис А». Очень много помогают жильцы своими замечаниями, своими предложениями. Да? Всегда, когда особенно в двор заходим, ждем, что они обязательно придут. И найдутся такие люди. Спасибо им, патриоты. Весь мир делится на две части – врачей и пациентов. По какому пути пойти, Елена Кузьменко, заведующая третьим терапевтическим отделением Краснополянской больницы, решила еще в школе. Я не жалела ни одного дня, потому что я себя не представляю в другой профессии. Как бы я не могу себе представить, кем бы я могла быть еще, кроме как врачом. Есть люди, врачи хорошие, есть просто хорошие, а есть от Бога. Так вот здесь вот весь экипаж, как говорится, и врач от Бога. Очень внимательный человек. История – это не прошлое. Да? Прошлое неизменно. История – это рассказ о прошлом, да? Как мы его преподносим. Рассказ может быть разным. Рассказ может быть разным. И, опять же, надо уметь выбрать. Если умеешь находить информацию, то всегда можно отличить, где у нас рассказ о прошлом хороший, а где рассказ о прошлом недостаточный. Этому учитель истории школы номер 9 Сергей Николаевич Агарков учит своих учеников. Еще он считает важным, чтобы ребята имели свое мнение, могли его формулировать и аргументированно отстаивать. Когда человек, юный человек, да, ученик, свое мнение высказывает, я думаю, в этот момент он и растет. Если супа, то сколько ли? 60-80. Если блинов? 700 штук. Когда блинчики, оладьи, я с поляны встаю в 2 часа,
Мы едем сюда, чтобы напечь к 9 часам. В 2 часа ночи ни один городской транспорт не ходит, разве что такси. Так что раз в неделю я точно как барыня езжу на работу, смеется школьный повар Ирина Чумакова. Правда, такси тоже довозит ее лишь до второй школы, а дальше многочасовой кросс на своих двоих. Сначала на кухню возле плиты, затем в зале столовой и на раздаче. То есть сколько вы за день проходите? О, мне кажется, не знаю, до Тулы можно дойти. Новое здание Лобнинского ОМВД, детский сад на 125 мест и целый микрорайон на Красной Поляне – это лишь некоторые из объектов, созданных под начальством Григория Рулева. Сейчас он руководит возведением многоэтажных домов в микрорайоне «Москвич». Это строительство длится, значит, полтора года. Значит, перспектива застройки – это 4 23-этажных дома, дом детского творчества. Его основная задача – сделать так, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Когда приходит собственник жилья, если мы говорим о строительстве жилья, квартирах там прочее, и когда человек говорит тебе спасибо и жмет руку, это да. Это я считаю, что это я вложил в душу. Я построил, и людям нравится. Каждый труд благослови удача. И тот, который требует напряжения всех физических сил, и тот, что требует усилий ума и сердца, и тот, результат которого зависит от вдохновения. Благослови удача труд хлебороба и ученого, труд матерей, давших нам жизнь и воспитавших нас, труд рабочего, механика, водителя, строителя. Благослови труд медиков, врачующих наше тело, труд поэтов, музыкантов, художников, исцеляющих наши души, труд педагогов, сеющих разумное, доброе, вечное, доброе дело. Благослови. Удача. В каждом из нас живут труд и силы тех, кто жил до нас. Пусть же будущие поколения смогут жить благодаря нашему труду, силе наших рук и нашего ума.